Можно, Петр Иванович? Входи, Сидоров. Так вот, значит, ты у нас какой, Сидоров. Что ж ты, Сидоров, вытворяешь-то, а? Поганец ты эдакий. А что, Петр Иванович, я вроде квартальный отчет сдал и... Ты мне, Ваньку-то, не валяй! Отчет! Тут дело серьезное! Я этого терпеть не буду! Умник тоже мне! О чем вы, Петр Иванович? Тебя вот на Нобелевскую премию выдвинули! На вот, полюбуйся! Собака! Это ты как же посмел-то, а? Меня? На Нобелевскую? А за что? Как тебе могло только в голову-то прийти это, а? Что прийти? Это как же ты родину-то не любишь? Подлец ты эдакий. Я люблю родину, честное слово. Тогда как ты смог эту теорию выдумать? Про феномен начальника в России? Так это само как-то вышло. И я статистику просто взял и проанализировал. И вывел удивительные заключения, которые противоречат всем законам природы. Так вышло, Петр Иванович. Проанализировал? Да кто тебе разрешал-то? Проанализировал. Ну чего? Давай докладывай, что у тебя там получилось. Вот если в общих чертах, если взять население нашей страны за 100%, то получается примерно так, что умственно ограниченных... Ой. Ты нормально говори. Начал тоже. Дураков, что ли? Ну, если нормально, то получается так, что дураков среди населения нашего получается 8%, что характерно для всего цивилизованного мира. Далее пьяниц 15%, взяточников-казнокрадов 8%, самодуров 4%, и подхалимов тоже 4%, что характерно. Это отправные цифры. А далее... Далее я проанализировал те же самые данные, только среди руководителей разного уровня. И получилось примерно так, что там дураков 94%, пьяниц 79%, взяточников 65%, самодуров и подхалимов 86%. Это парадокс! Это аномалия, противоречащая всем законам природы. Такого не может быть, но это так. Всегда. Закон Сидорова. Это как же у тебя только рука-то поднялась. На самый святой посягнул. На исконное. А вот так! Петр Иванович, вывод такой. Если все население нашей страны ввести в компьютер, и потом, как в спортлото, ну или посредством генератора случайных чисел, брать первых попавшихся граждан и назначать их любыми начальниками, то дела у нас пойдут гораздо лучше, и процент всяких самодуров, подхалимов и прочих взяточников станет в несколько раз меньше. Вот. О, как я придумал. Спортлото, говоришь? Да, спортлото. Прекрасно. Вот и давай-ка проведем мы научный эксперимент. Вот здесь все сотрудники нашего НИИ. Давай, запускай свой компьютер, и пусть твой генератор выберет нашего директора. Ах так? Аккуратней, Сидоров, аккуратней. Так. Сейчас. Петр Иванович. Петр Иванович. Ну-ка. Так. Петр Иванович. Ба. Петр Иванович, ничего не понимаю. Петр Иванович! Аномалия какая-то. Рановато. Рановато вам, Нобелевская. Так, идите, Сидоров. Идите и долизывайте. Так, секундочку. Долизывайте свой отчет. Давайте.
аномалия какая-то. Ну вот. Как дети мало, ей-богу, а? Нобелевская. Здесь пока на квартальную нагорбатишь, такого напридумаешь.